Трешку почистить. Плюс один какой-нибудь зайдет, доберем. Там блок или чили, это ФК или что ж. Ну, замечательно. Я справа приведу, там приведите слева. Блять, звук выключить не могу. Бабах, бух, бах. Забыл звук выключить у нас. Че не ведете слева? Фонарь, че тарелку не кинул? Издалека чисто, блядь. Сверху налево не кинул. Привет. У меня сот тарелка. Ты просто тарелку, три тарелки кидай сразу в центр. У фонарь. Меня глиф, глиф у меня. Кидайте пати, бэн. Один из немногих фильмов, который остался в живых. Ну типа я уже подумываю, чтобы. Да не сы, блядь, починят, я знаю. Ну они уже не будут менять механику, а это механика, как бы вообще уебищная. Похуил, главное, чтобы цифра была, блядь, нормальная. Ну если они только там, не знаю, на лаву не добавят, чтобы она била в два раза больше. И молния. Ты же фонарь, откуда ты почитал, что этот символ надо? Это вроде на этом на офи использовали, когда паладин пришел, да? Ну он со таргет трит нормально апает. Ну, ну да, типа, ну мне кажется, в реальных силах это хуй заметно. И тем более с двумя и больше на полном вреде вообще не заметно. Да нет, если кританет, то в принципе нормально, десятку вытяну и агро наберется со таргет. Но все равно ДКшником отсосу. Это просто тщетная попытка превзойти ДК. Да их ты превзойдешь, блять, их нерфить надо. Ну или все хапы. Кого нерфить, ДК? Да. Танков, да? Реально, блять. А кто танчить будет, неинтересно, нахуй, блин. Надо просто всех поднимать, нахуй, чтобы ДКшники. Ну просто чтобы ты стоял 5 минут на фаугрон, играл, подбежал такой про товар и с автоатаки просто уебал, нахуй, и сорвал. Реально, мне тоже так. Ну, напиши предложение, пожелание. Да хули, мы предложение там никогда не рассматривался, блядь. А не рассматривают, я вот. Я там предлагал, нахуй, три щита, нахуй, про товаром носить, блядь, что-то нихуя не рассмотрели. Ну что, хуйню предлагаешь какую-то, нахуй? Так, блядь, что же, блядь. Что-то реально нормально пытать, зайти всем пролайкать. Это же шутка, это же шутка, блядь. ДК, блядь. Нихуя, вот не имба нахуй, но типа вообще ни разу нахуй. Ну да, он Дирмич в говношмоте давал там манекен 13 тысяч. Всю эту хуйню там надо считать. Мы про танков говорим. А, про танков. Эту всю хуйню надо считать на калькуляторе, там уже будет видно, кто имба, кто нет. Но они примерно, типа с помощью рейда примерно уравниваются. Просто на ДКшника меньше сил надо тратить от рейда. Говорили про танк, нахуй. Танк, блять, там, ДК такой себе. Им тоже там агро, блять, наверное, раза 4 нахуй при мне, блять. От ЛПшки нахуй резали, блять, на Сирусе. Чего, Бен, для самонёте, нет? Там уже вы в инсте. Мегагал. Где у нас мегагал, да, блядь. АФК, где блядь. Вот этот мегагал? Проёбывается он где-то. Мегагал. АФК написано. Мегагал, блядь. Да мегалу. Ты считаешь, блядь. Ты на приколе уже выпьешь, блядь? Я? Нет, я не пью. Да по-любому уже залитый сидишь, блядь. Не-не-не, я реально не пью, считаю. Реально, блядь. Смотрите, наебывает нахуй. Да не, блядь. Не, ну, может оно так и показаться, типа, хули это ж Дискорд. Ты
Я не понимаю, у меня какой-то прикол, типа в чате персонаж по имени не найден. Персонаж не найден. Это Мегагал был, блядь. Да, Яката в танке. Фонарега в танке и Войт в танк. Чё, кто на бой, это на трэш чилит? Яката, будешь трэш чилить. Ну ты там уже данчил, знаешь, что делать. А эти бутылки не дают уже, всё, акция закрыта. Только не садись на них. Бутылки, блядь. Он бутылки, короче, вот этому, блядь, страшному хуману, блядь, он вам АП даст. Ну, звезду мет на него поставил. Смотри, что пристойно пишет. А вот к этому очень страшному ретрику СПД носит. Смотрел кто-то фильм, блядь, «Затерянный мир»? Не. Не то пиздец, блядь. Берите флажки кому-то, что надо. Давайте только, блядь, не ФКшите, нахуй. Речи, блядь, флажки взяли и... Погнали. У меня нету фласки. Настя, возьми на СПД фласки и раздай. Нет, не назначал. Сейчас фирлол зайдет, назначишь. Фирлолс, нажимаешь печеньку. Как слышно? Хорошо. Отлично. Мингалоу, трусы нажимаешь. Услышал? Красава. Спейси крест. Батя, полумесяц. Папань, услышал? И... НИП, ромбик будешь нажимать. Окей. Да. Все фланги взяли. Кому трэй? Я же сказал, рамбу, блять, СПД, звезде АП. Саппорт и хилы, блять. Ладно, сейчас я дам. Дадите мне. Хилы обмен мне давайте. Если что-нибудь поставлю, полмесяц. Что, хилы не надо сопротивить, что ли? Что за хуйня, хп не хватает, вара, ну-ка ну, дай. Волк. Волк, глю, вам не надо? Красава. А, уже СПД захуярили. Ну, волки, понятно, блядь. Ой, дай голды, блядь. Сколько? Да 1040, блядь, на карту. Нихуя себе. Нахуя ты карту? Да в нафликах, чё. Надо карту там. Нафликов уже должны скоро ливаться. Надо подготавливать. Милхант, бля, где ты там? Проснись и пой. Ну, ребят, ну давайте шевелитесь немножко. Милхант, блядь, алло, нахуй. Заебали, еще раз отойдете минус оно, нахуй. Блять, пиздец, нет бы быстрее, нахуй, собраться, блять, это, убить и разойтись. Хуйню какую-то занимаетесь, вкажете по полгода, блядь. Че там, какая очередность? Милхант. Милхант, прием, блядь. Да хуйня не выпускай стоит, блядь. Настя. Ну, он где-то написал, там что-то он пишет. Блять, съебал, нахуй. Каждый рейд вылетает. Ну, блять. Опасно. Пассажир, блядь. Ты говорил о приемности танков на боссе? Я первый начинаю. Этот. Фонарега второй и ты третий. Все, поехали. Кат на трэш. Этот фонарега, да. Тот самый.
А я видел на Игзваку, это бегал в фонаре, но там такой кринж нахуй не пал, просто пиздец. По чертворцам больше играть. Максимально через чертворцы поедете. Чем быстрее чертворцев убьете, тем меньше будет этих големов. Чем меньше чертворцев, тем меньше големов. Логично, логично. Ну, звезды там хп ей будешь. Могу на целую тележку, блядь. Чем меньше големов, тем больше чертворцев. Да. Чем больше чертворцев, тем больше големов. Да так работает. Ну, быстрее играйте, блядь, он чертворцев добивайте. Босс скоро пугает. Все, набили. Молодцы. На исходной стали. Забираю я карту на себя, остальную хуйню. Геру дали фулл ДПС по боссу. Блять, истерия не скликнул, не тому дал. Лужих не стоит себе печать Материдона не ловить. На последней секунде печать Материдона стопать кас, напоминаю. Фонарик ключ нажал? Показалось. Не, рассказывай, ребят. Кубы приготовились, прожали кубы, речь. Молодцы, отпустили. Босс, подводи фонарь под этого. Окей, Войд, подводи. Первый кас сбивает, вырубай рэп, звезде. Второму мобу, который сейчас вылезет, сбивает вели от косты. Я пока метку не могу поставить, сейчас ретаунтить надо. Сейчас поставлю. Так, печеньку велят. Ромбик Мирайо. И последнего забери с него ханта. Напуливайте на Якат. По последнему трусы Алканфил сбивай косты. Напуливай на Якат. Больше Пархимонам дайте, и декурс не забывайте. Убили быстрее Архимона. Сам сыграем. Кубы приготовились. Прожали кубы. Быстрее. Все, босс убить. Все по боссу играйте. Нип. И, блядь, не тут нажал. Вон. Бывает, как заберешь босс, сразу подводи бес.
бесом дали у нее максимально речь. Юката, твой первый стан был. Настя, ты на подстраховке. Юката стан. Настя стан. Босса в центр. Милхант вылетел. Не, в пизду. На каждом боссе вылетает. Ебал его в рот, нахуй. Ссылка, блять, вылетал нахуй, здесь вылетает, нахуй. Пизду, нахуй. Ненадежный человек. Приготовились кубы. Прожали кубы. А чё я забрал сейчас? Ничего, ничего, это самое. Быстрее, кубы, 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 фонарь. Кубы, кубы. Фонарь всё, забери, быстрее. Фонарь забери с него. Рано, но он. Да уже не надо, да. Ладно, сейчас я заберу. У меня нормально все. Архимондом поехали. Вырубай рэп, звезда. Вели от печенька. Ну закрой рот! Полезная информация, ой, у тебя там. Это не у меня. По трусам этот, как его, блядь? Мирайо. Полконфел, твой последний без метки. Твой тебе сказали закрыть рот, а ты дальше говоришь. Да я ничего не говорил, блядь. А сейчас я забираю, да? Все, все, все. Все, 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 фонарегово, сорян. Я что-то проспал. Это было. Архимон до последнего добивается. Приготовьтесь, кубы скоро. Приготовились кубы. Прожали кубы речи. Добили Архимонда последнего. Речи, блядь. Все, молодцы. Сжали кубы. Сжали кубы, блядь. Дали немножко говна по боссу. Я скажу, когда стопнуть. Потом по весам пойдете. Не, не надо еще стопать рано. Ну, сейчас стопнули ДПС. Магика не бьем. В бесов поехали все. Похуй, они там выходят. Будем их бить. Босса никто не бьет. Петров уберите тоже, босс. Максимум ей дали по бесу. ДКшники, грипайте бесов, которые выходят, блядь, с рейда. Вон там еще один. У вас там, блядь, три штуки есть. Больше ДПС по бесам. Яката стан дай. Настя, стан ебани. Все, по боссу поехали. К воротам двигаемся в сторону печеньки. Вещь. В печеньку все побежали. Сокру дай, фонарегу. Чуть не унесло фонарегу на тот свет. Это автоатака была после каста. Стоп, не пизди нахуй, не было автоатаки нахуй, я, блядь, стаунтил еще когда только каст начался, блядь. Не верю. Если, блядь, была автоатака, ты бы уже с ревностным был бы нахуй. Не верит он, блядь. И скажи, парировал, блядь. Я проебался только тогда, блядь, когда на этих архимандах проспал что-то, блядь. В лужах не стойте, главное, бейте вас. Надо Милханта менять, блядь. Вылетает. Вчера вылетал, что сегодня. Блять, кому есть серии даю нахуй, он даже, блядь, не второй по боссу, но. Надо было фонарю давай, да? Да. Фонарь. Сразу надо с пола было. Реально, блядь.
А там же вроде физу хапает. Вон фонарь, смотри, почти 100 тысяч хп, блять. Без 3 тысяч, ну. Как тебе? Такое вот. Ничего себе. Когда-нибудь у меня так же будет. Когда у тебя будет так же, у меня уже будет 1150, ну, скажем. Фонарик готов чекать, что сейчас 0 урона будет? Готов? Ну, давай. Смотри, показываю один раз. Видишь, 0 урона? Нечестно. Нечестно. Как-то я на циркуле танчил мишкой Халеона во тьме, блять. Так там пиздец, нахуй. По пол столба отрывало, блять. Медведем тьму танчить, это, блядь, в обычке, нахуй, что ли? Нет, в гере. В гере, блядь, ебать, нахуй. Блядь, по-моему, с дыханием медведь умирает, не, на? Да не. Там, там медведь только трэш может танчить, нахуй. Это, блядь, хуета, нахуй. Медведь может все. Да какой нахуй может все, блядь? Ну, реально, блядь, с дыханием, нахуй, сбреет, блядь, на Халеоне, нахуй. Да не, нормально живет. На первый, блядь, дыхание ключ там, ладно, блядь, на второй духу дубовой кожи, на третий, блядь, накладбон, нахуй. Там же это, как он называется, 12% 110, когда берсу даешь, розовый. Ясно. Там, блядь, просто хилы сказали, пиздец, мы потели, нахуй. Ну, я им, конечно, не поверил, блядь. Реально, блядь, я же медведь, нахуй. От лута отказывайтесь. Ну, мешок можете не здесь, и эту сумку, как обычно, если она отказывается. Жезл, кстати, упал. Бисовый, блядь. Ну, а на X2 я свет танчил медведем. Голем. А, дайте кто-нибудь ДПС чисто в магику, а то я сюда не могу в ДТЛС открыть чисто. Опа, изи мешок. Как думаете, что выпадет с мешком? Страхолик. Яшма. Идите нахуй, блядь. Лучше бы я вас не спрашивал. Сердолик. Два сердоля, нахуй. Лежать плюс сосать, нахуй. Я тебе их наколдовал. 50% мне. Рассказывай, блядь. Блядь, весь пой нахуй заливал мистерии, блядь. Мирая обогнал в итоге все равно. Фу, блядь. Ребят, можете кто-нибудь, пожалуйста, потом мне в личку details скинуть? Потому что я никак не могу найти. Я ПК переносил просто. Details найти не можешь? Так вон, блядь, на сайте Сируса нахуй зайди, он же там есть вроде. Даже на сайте Сирус. Нет, я его там не нашел. У меня просто диск D сдох. Пришлось новый вставлять. Очень толстый был. Он дискорд Сирус с кислодонами, да. Там прям можно скачать, эти линканул приглас. Ну, там должен быть. Я просто ДТЛ-сом не пользуюсь, он у меня с каким-то аддоном конфликтует, и из-за этого лагает очень сильно, блядь. Так. Бенджи, ты скинул полученный урон. А не, можно нанесен? Через... Я вон через каду сижу, тоже нормально. Я не знаю, как тут нанесенный скинуть. Я типа не сбрасывал рекаунт, details. Блять, сука, у меня тоже не сброшен. Можно скинуть хил и абсорб? Я в том, что неведение. Спасибо.
Да. Кинули абсорб, нет? Надо еще. Кто там просил? Да, надо еще, надо. Ты мне напоминаешь этого, блядь, Эша из Зловещих мертвецов, блядь. Военный сериал, кстати, этот новый. Но он уже не новый, блядь, сколько ему лет? Ну, в плане, блядь, не тот древний. Там пиздец. Вторая серия второго сезона, она. Не, хули престол лучше, чем ДЦшки на магике. Не, первая серия первого сезона прям вообще супер зачетная. А потом уже, блядь, всякие там не Сэм и Рейми. А что за сериал? Ну, Эш против зловещих мертвецов. А. Ты что, не смотрел «Армию тьмы»? Не смотрел. Ну все, смотреть будешь сейчас, после рейда. Прям вобью в телефоне «Армию тьмы». Ну. И так далее. Смотрю. Это что, вот недавно вышел, да? Не-не. Ну, сериал, да. «Армия тьмы», он что-то 93-го, что ли. Кто я смотрел последним? Этот «Звездный десант». Последним смотрел. Да. Не, вообще, это фильм «Звездный десант». Вообще в жизни еще последний смотрел «Звездный десант»? Я посмотрел «Звездный десант». Такой. Мне нравится. Ну первый такой еще неплохой. Ну, потом ну первый да. Парашют потом... мы делали. Но... Там еще японская версия в 3D выходит. Анимешники не люди. В «Армии тьмы» топовый момент, когда он бензопилу ему скидывает, блядь, он в колодце с этим с демонами дерется, блядь. Он ему бензопилу скидывает, еще и застранец, говорит, скидывает, и он ее, блядь, обрубком ловит и включает просто, блядь. О. Под музончик, на слово мол, блядь. Я вспомнил, что сериал в последний смотрю, это «Роковой патруль». Нахуя ему грулил, кончал? Объясни, пожалуйста. Ой. Где он раньше был, когда мне людей не хватало? А СПД у Ринда, да? А, ладно, иди. Точно я забыл, что у тебя. На СПД у Ринда. А, так он в целка уже, ёптана. Кто-кто? С Россией, блядь. Как у него может быть непроходки, если он закрывал его камп? Что он меня за пиздунца загоняет? Блять, с СРС мог найти какой-то момент. О, нищело у нас был, может, блин? Может, он на боссе каком-то вылетел, а там шанга всем боссов убить. Не знаю. Ладно, похуй. Погнали так. Звезду первый играть. Косты сбивать. Причем здесь ИВК, блядь. Ой, при чем здесь эта проходка, блядь, к рулю на. ИВК, блядь, это проходка на магике к рулю сразу, блядь. А не отдельно, блядь. Блядь, сбивайте косты нахуй. Андрей, как ты это объяснишь? Почему я тебе запользовал лил 5 истерии? Ладно, не 5-4, блядь. Мира я тебя обогнал все равно. Ну, Андрей. Потому что у Мира 4-4, а в конце, а у Андрея только 2. А, блядь. Друг до сих пор с двумя кусками, он без четвертого, но мы уже 4 пола там. Тебе скара не выпал, Андрей?
Руки упали, мне руки не нужны. Голова не упала. Так взял бы хотя бы пока похуй 4 куска какие-то, ну, которые у тебя есть. Купил бы он там один какой-нибудь за это. Ходил бы там его. Походил бы пока похуй в каком. Дальше там. Да, за... только я охоту не закрыл еще. Кстати, если охоту закроешь, хватит? Почти да. Рубакашки не могу освоить. Ну, сходи, пока похуй какой кусок, дальше уже там. Да, просто голова мастере дает, это очень важно. Блять, Милхант этот. Что, Ванчел был в первом ряде, я не помню. Не, он писал, что его не будет, но не был. Да. Я могу Максу написать, чтобы он подошел. Напиши, что подошел. Чтобы мы 2-4 не шли. Алконфиал, я тебе начислял ЕП, по-моему, да? Да, ты фулл ЕП получал. Все тогда. Слутать тебе ничего не надо. Фонарек гол Киглера и любимого своего и короля. Танчишь. Серсея была такая девочка, блядь. Она на мочивку запорола. Это ты? Мне показалось, а нет. Это ты по-любому, только у тебя такой ник. А, там вообще Руслан написан. Великом делать я ни разу не был. Охуенная ротация у миликов. Ждешь, пока он откроется, ебать. Пока он открывается, играешь по собакам. Это вся твоя тактика. Окей. Ну и когда там крош открывается, там живую бомбочку не забываем носить. Я когда миликом играл, ротация выключена, монитор и сидишь, блядь. Так, яка-то заберешь холма на себя. Прямо сюда его поставишь, он в крест. РДД там будет чипченьки стоять. Суманите, пшик уже тут с РСМ, блядь, там до сих пор читает. Так это Милфхан, блядь, он же переименовался, или нет? Реально, блядь. Я, блядь, РСА это, блядь, жесткий тип, нахуй. В Т10 ММ, нахуй. По Охимка ДПС, нахуй. Блядь, еще и ЛК сокеты, блядь. Я тебе хуй в рейд больше возьму, если ты, блядь, свои сокеты не поменяешь. Хуели совсем, нахуй. Лучше в 24 пойду, нахуй. Давайте фулл баф, поехали. СС дать кому-то? Не надо, ой, блядь. Давайте речь, ребят, что-то я, блядь, какой-то муторный сегодня. Ну, Рофлич, если ты сдохнешь, блядь, это будет вообще, блядь, прям сверх, нахуй, для тебя даже. Все, отчет даю. Никто не вливается сразу. Ждем команды, я скажу, когда можно будет бить спот или иной таргет. Милики только когда он открывается, еще раз повторяю. Олм открылся, Олм по Олму поехали, Геру дали фулл ДПС по Олму.
Играем полный. Этот Спейси красноязычие главное, да. Сука, мисс, блять. Декурс не забываем, декурс максимальный парень. Первому декурсе еще, кто больше на декурсе. Плюс 100 ИП, да. Сейчас бы надо пустить посидеть. Блять, сука, опять миснуло. Да что за хуйня, блять? Три из трех, блять. Что ты видел, блять? В прошлый раз я салом закрыл, а сейчас, блять, нечем было закрывать. Кик миснул. Угу. Реально, блять. Все, стопнули, Олма не бьем. Стопнули. Пошли по глазу играть. РДД. Стопнули, слепоглаза не бьем. Не надо кикать каст экран. Дальше слепоглаза, поехали. Не знаю, у кого-то Маура налет стоит у фонаря 100%, блять. Нет. Стопнули, слепоглаза не бьем. Крош открылся, по крошу поехали. Серпинкон, сбрось игру, блять, нажми перетвориться мертвым, блять. Живую бомбу выносим в среду, напоминаю. Вреди ее не бах. Этот глю, нажмешь ИМА на огонь, на преисподнем. И массакру даже глю, как слышно, прием. Савчик. После того, как крош закроется, перестань даже гимна ману, волк поставишь тотем. Это после того, как закроется крош. Давай нажимай. Прохил. Стопнули, крош не бьем. Опять крош открылся, по крошу играем. Так. Ты на анархии собери огонь. Окей, да, если нажмешь ума. С анархии дашь массакру. Вот преисподним. Что-нибудь ставьте там одну собаку и подведите в милизону, блять. Пускай хули пала ману поригенит. Немного. Без маны сидят. Нажимайте. Сливы. Прохилари. Киллер. Бейте. Стопнули. Крошили.
Так, блять, все и на РКД у нас, да? Войт в массе кинул, массе в себя, блять, рофлыш с монархи, блять. Глю, иди, ману поригень, с монархи пускай держит этого фонаря. Мне из овечки вытащил на льдин. Слышишь, Глю? Вижу, все, я ушел. Баблю, вторая овечка. Блять, дай сокру фонарь, быстрее, блять. Киллера дальше бить. Вытфюри, да, Инар по Глю, сын Анархи, иди в мелизону, побеги не шмыну. Ну, дом около собачек. Пускай Глю хилит. Пока что. Мася в себя, Инар дашь. Блять, волк сухой. Рофлыч по волку потом срочно имя. Волк, сколько для тема? Да хуя еще. О, мы поехали все свичнуть. Киглера забери. Он был. Я понимаю, что он был. Угу. О, мы все бейте. Это курс и этот. И КС главное держите. Декурс быстрее, блядь. Больше декурс и речь. Стоим, ждем. Рофлыч, Хейнер по волку, да, и этот, и Холлич гимноману. Киглера бейте. Миллиги, идите тоже бейте, только отходите от этого, блять, от сокрушающей молнии. И КС вешай, кто там, Спейси вроде, или КМ говорим. Ну, в овечке не могу баблить. Блять. Пизда, нахуй, я не успел, у меня таунт еще не смыл, самый ответственный момент. Все, он забрал. Все, я сам забрал короля, нахуй. Иди, Юкаты, заберись мне короля. Рофлыч, дай БР по... Сука. Ой, дай Шиннер по сыну. Идите, холипалы, короля Регентиману. К холи... этому королю идите, и Джагу синюю и погнали Регентиману. Волк, то же самое можешь. Я потеряю вам Джагу. Если у тебя одна ручка, на. Здесь все ТТМ. Пристально, чё по ТТМ? У тебя, наверное, ой, там погибло, когда еще, да? Кроша бить. 1.3. Ладно, волк, ставь ТТМ, похуй. Кроша больше дайте ДПС. Ну, если он экзорцизмом и джага, лучше по крошу побалуюсь. Перенеси поле за варенье. Я могу и так подойти, как 50%. Ну подойди, блядь. Я посмотрю нахуй. Как там? Нормально? Бах. Бах. Это было уже очень больно. Нажмите сейв. Глю. Прохен. Ну так в меня фарабласт идет. Я сел хуй, ты от меня умираешь. Слепоглаза бить.
Да, и этот, как его, Маси Бэйр попробовал ринга. Реально, блядь. Ньюкант не хочешь тоже под 50% в принципе бить? Попробуй. У нас еще один БР как у нас есть. А, он в танке Ньюкант точно. Что я помню. Андрей, а ты под Айзмаунтом не хочешь попробовать сейчас Куроши побить? Вместе с Мирай на пару. Каплю дал, Андрей, давай. Он еще не открылся, ты ему рану дал. Ладно, сейчас я еще избаун дам. Давайте, милики, пошли крошу на. Мирай, нахуй, души, блядь. Милики, сейчас фарблаз будет, советую отойти. Не отойдете, вам пизна. Бах, нахуй. Вырубай рэп, повезло тебе, блядь. В последнюю секунду отошел, нахуй. Чего вы не ребафнули, блин? А, хотя стамина есть, кулак есть, лапка есть, остальное похуй. Ебо. Это Найл Камхилл. Сейчас овца будет. Бах, нахуй, все милики в овцы. Сука, слепые, нахуй. Шумирай успел отойти, он зеленку навел. Мирай тоже в овце был, не обратил внимания. А он дальше озвучивать тоже ничего не буду, я постырь, блядь. Кто, блин, более умный окажется, блин. Даю сальву. Смотри, как-то фонарь делается. Нет. Хуяк. Сён, тебе сальву не трогай. А, ты мне, это ты мне сальву давал? Да. Я же даже агро не старался забрать. Так. Руник обновлял. Оп. Смотри, сорвал фонарь. Не верю. В смысле не веришь? Реально сорвал, смотри, опять сорвал. Неправда. Это я сорвал. Опять сорвал, смотри, фонарь. Опять сорвал. Неправда. Смотри, сейчас так сорву. Что сорвешь? Что сорвешь? Сорвал, смотри. Нет. Да был просто часть. Прекрасно будет. Видал, какой Боб? Гений, блядь. Побежали все. Скипаем эту хуйню. Почти даром Элконфилл. Реально, блядь. Скиньте, пожалуйста, PS и Absorb. Блять, вы 25 обычек сходил с урон. Может, и прига выпала бы, блять. Врагалька, блять. Так, у нас лог добежал, к вам не добежал, вижу. Все, зайдите. Падайте быстрее.
Серсея, ты если хочешь эвейдить, блять, мобов, чтобы они тебя не убили, надо убирать питомца сначала. Он притворится мертвым. Вот тогда тебе это поможет реально, блядь. Что, питомец не будет притворяться? Дайте этот масрез, пожалуйста. Фонарик потанчишь. Первую звезду будете вливаться, вторую печеньку. Яката, подержи главный громил, фонарик на тебе два жреца. Угу. Все, сейчас я приду, пойду себе чайник поставлю. Рыбу я, блядь, рыба забагалась. О! Вон рыба наверху. Давайте, сейчас приду. Нихуя рыба в воздухе, ебать. Так, ну все, всем раздался волшебный протобаф, можно пулять, считаю. Все тут. Короче, да. Мирайо, откуда у меня может быть голда? Я потратила последнее на ебучий облик. Ты шутишь, что ли? Откуда у меня у такого бомжа может быть голда? Это этот профессионализм, отработанный годами. Тебе такое еще не скоро светит. Я считаю, всему рейду надо дать плюс ЕП за такой героический подвиг. Кто за? А что за подвиг? Я сидел и кушал. Наушники снял. Как мы отважно убили трех мобиков, пока наш РЛ отходил. И все. Я думаю, тут такое, каждому надо по 5000 ЕП дать.
Так и скажем, когда придет. Главное бы не минусанул. О, что это мои 15к будут впервые вообще. Ой, как приятно. Соно, три буквы. Суп. А не А. Суп. Соска. Ничего себе, я уже слепну. Мира, это что, Пупов пересмотрел, уш, блядь? Ухо, скорее всего, скажет. Уха, ёбан. Ухо. Сом. Ух. Какие еще слова есть на три буквы? Сука твою мать, бля, сука, бля, сука, бля, 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 сука, бля. Фиг. Вспоминаем дальше. Курим дурь, дуем шмарь, дуем коку, пиво пьем, косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Нет. Вот еще вот это слово. Нет, неплохо. В чё вы играете? В трехбуквенные слова, бля? Так, вводит, короче, справа руки закрываешь, сзади фонари по центру. Батя Пета подъебала, да. И Спейси Пета подъебала, крест поставишь. Первое, второе пати подъебалом следить в кресте, поставлю сейчас. Так, справа-лево будет, с правой стороны, вот, короче, под угой вот эту вот печеньку поставил. Вот и так прямо идет, короче, по правой стороне будет платить, поэтому аккуратно, блядь, не сдохните. Третья, четвертая пати закрывает максимально руки, там две руки появляются, под ними черта не, в эти руки просто заходите, чтобы закрыть. Не закрываете, будет бах. Будет бах, будет минус. Всем сразу. Ну, окей, вас это тоже касается. Петов оставили? Вот этот криво стоит чей-то. Сейчас, Спейси, твой криво стоит. Вот так, Спейси, вызови беса, блядь. Твой этот может пойти куда не надо, блядь. Так нормально стоит? Да, твой нормально. Чей-то второй кривой стоит. Фирлолс, убери вообще свою пету, я тебе не говорил ставить. Спейси, он может зайти за спину, тебе его надо поставить на пассив, ты вот его, блядь, он на пассив, собачон. Окей. Okay. Ой, не Спейси, я... точнее, а батя. Батя, да. Ну, он на пассиве стоит. Ну окей, смотри, чтобы он потом не начал убить и не ушел за спину босса, это будет вайпно. Все, черт, дым. Три, два, один, пу. Угу. Геру дайте. Вы, блядь, сможете напуливать будь? Кто мне грон нахуй срывает, блядь? Дайте на пул ханты, Алён, нахуй. Два ханта, блядь, ни одного на пула нахуй не дали, блядь. Пойми бы сталь, дай глю. Стак дохуя лишних. Убери своего элементаля воды, ми, пожалуйста, блядь. Какого хуя он под ебалом делает? На баллон пошел. Блять, ну чё за хуй, плетень, ёбаный в рот, нахуй. Ой, блять, Спейси, ясно, нахуй, падайте. Почему нельзя с первого раза все нормально сделать? Ну что за залупа, нахуй? А чё мы вот падаем вот постоянно на этой хуйне? Это когда 80 у него раги, да? И типа потом кто-то не успевает выбежать на адского? Нет. Это когда у него 100 раги, блять. Ондра, сними диван, дай ему срез.
Ну это после 20. Печки. Это после печки, когда было типа 80, потом печка, потом он печка заканчивается, он сразу адски кастует, и челик не понимает, что надо выбегать или что. Блядь, свой, ты не знаешь механики. Печка дает 40, нахуй. Начнем да, с да, этого. Ну 40, а было сколько раги? Ну что, типа сотка стала, 80 было с чем-то. Я не знаю, почему так стало, нахуй. Вы не думали то, что когда человек с дебафом закрывает, у него рага прибавляется? Потому что если с дебафом закрывал, может из-за этого добавилось? Не думали об этом? Я только знаю теорию, что типа пет так не должно быть. Пет там не умирали нахуй. Я не знаю, батя, вызови, пожалуйста, беса нахуй. Поставь его на пассив нахуй, хуй его знает. Блин, ну мне почему-то кажется, когда с дебафом закрываешь, не добавляется. Знаю, блядь, никогда, никогда нахуй пьет не умирал, вот никогда, блядь. Реально, блядь. Вот бегите, кто-то риснет, блядь. Его дамажит только адский удар, нахуй, этого пьет. Там хуйню вообще бьет. Ёбаный рот, нахуй. Сука. Ебать. Восстал из дырки. Печка. Блядь, ну, ну сука, ну. Чё вы делаете, блядь? Ой, блядь, пизду нахуй. Как так, блядь, пацаны, нахуй? А кто босса сагрил? Наверное, ты, блядь. Как я его мог сагрить? Меня только резко. Лакс? Меня только резко было, чё? Вордолак влетел в него. Заебись. Какой? Мой, что ли? У меня нет вордолака. Это Мираё, блядь. Не, я, меня резнули вордолаком, потом нормально резнули, я типа превратился вот в нормально. Теперь масреза нету, блядь. А, у меня нет КД масреза, дайте масрез. Мне... Мегагал, дай ему средство. О, реально, блять, это ж можно резнуть вордолаком, нахуй, ДКшниками, и отправить его под ебало. Правильно, нахуй? Я думаю. Правильно, блять, ну. 5 минут или там 3 минуты еще боец будет полноценный вообще. Потом еще раз резнуть. Правильно, блять? Правильно. Ну так это БР, я не понимаю, почему ты до сих пор не обузится никак вообще, это БР. Блять, ты тактику придумал, пиздец. Там фонарь упал, фух, его питомчиком, хуякс, и все. Так, ребят, давайте, блядь, нормально, нахуй, нажмите, нахуй, либо я сейчас минусовать начну очень много, нахуй. Сейчас на максимум камеру отдалю, блядь, и буду смотреть за рейдом, нахуй. Какая падла там что-то не так сделала, нахуй, кто не успел подбежать тогда. Что-то какой-то сегодня смешной рейд, я охуею просто. Давайте, фулбар. Слишком простой босс, чтобы сидеть на него вайпиться. Арчи на полуба. Поехали нахуй сразу. Мирай, ты... Ой, Фонарь, ты еще не принимаешь готовность? Тебе вообще бафы не нужны? Да нет, я бафы. Все равно бафы. Все, на исходной стали, а чё ты... Ладно, окей, не пуляйте. А, что тебе, Настя, не хватает? А, они ману не резнули, они пустые все. Даже ретрики, типа. Все, еще раз, а чё ты... 10 секунд, блядь. 5, 4, 3, 2, 2, 1, пул. На пул дайте мне хнуты, блядь. Чтоб не так, как в прошлый раз. Герон, дайте. Чьи-то кровочерви сейчас пошли, на? Угу. Заебись. Чё, из-за червей? Да. Да. Убери нахуй своих кровочервей, пожалуйста, нахуй. Убери их нахуй, чтоб я их не видел, блядь. Как убрать, там нельзя талант не вкачать. Ну тогда убери их вообще, нахуй. Или, блядь, я не знаю, нахуй. Спекнись другой билд, нахуй. Спекнись еще куда-нибудь. Потому что мы сейчас, блядь, будем вайпаться по КД, нахуй. И не убьем вообще никогда из этих кровочервей.
Как нету, там другие же какие-то есть таланты проходные. Да блять, там нельзя прокачать же. Да. Через метку, метку крови можно качать. Можно там все качать. Хм. Сука, я аж билд захотел сделать для КДБ. Только... Твои, ты с кровочервями подходишь, они умирают, и у него сразу, блядь, 100 ранен. Да, меня сейчас руки убили. Не, ладно, ладно. Я им запретил. Ну шо, кого? Мне... У Войда есть этот по самый... мне, можешь дать мое срезное мнение только. А у меня КДО у самого. Поближе стань к Войду, это сам, у меня тоже этот нет. Самый. Нет, хупа! Есть контакт. Вау! А, у тебя протыка в деле. Сука. О, Мася, резь. Спасена ситуация. Да не, если... Я не знаю, делай, что призовываешь. Хочешь. Можешь просто подъебать. У меня фрост есть, я сейчас на фроста спеку сниму. Главное, чтобы этих кровочервей не как было. Как раз если бы я бурдалаком риснул бы, кто-то сгорел бы нахуй. По-моему, там червей можно не вкачивать нахуй. Ну, в ПВЕ, ДД, типа. По-моему, они только ПВПшные, для червей ебаные. Ну, вообще, их обычно не качают вот из-за таких как раз-таки причин. Да даже без этой хуйни, типа... Нет, не, как раз-таки, не, качают как раз-таки вот из-за этих мипошеп. Ну, достаточно много боссов, где вот эта хуйня может очень жестко заруинить. Не, я не про то, что заруинить, а про то, что они бесполезные, ноль нахуй просто. Нет, ты не прав, они где-то тысячи, ну, полторы УС-а точно дают. А они по где-то сотку или 200 тысяч дают за босса урона плюс минус. А, ну я не знал, ну тогда да, заебись. И чё, типа, те таланты, которые альтернативные, вкачать меньше ДПСа будет, да? Да похуй, нет, ну я не знал, самом, видишь, самом деле... перекачать, я не знал, что такое. Как-то похуй на ДПС. Там и без этих червей нормально всё. Кровочерви, блять. Так у тебя 4Т4 на БДК ДД, да? Я тоже захотел сделать, сука. Нет, два этих. А, два у тебя даже. А в четырех еще больше ДПС будет? Хуй знает. Да нет, наверное. Ну, если с трэшем босс, скорее всего, так. Там же в АУЕшку добавляют. Под лужу, я лужу кидать тоже, да хуй рун тратишь. Хуй знает, конечно. Но с трэшем точно больше урона будет. Ну, хоть вставайте быстрее, ребята, блять. Ну, давайте нахуй сейчас после каждого пула отходить, блять. Заебали нахуй. Рыбу хавать. В стене. Змея в стене орла, блядь. Заманите мага, пожалуйста. Шкаф поставьте. Фана, если мы сейчас выпанемся, все будет на твоей совести, блядь. Как так? Каску по плюсам дайте. Я бабл плюс КС нажму. Да, блядь. Причина всех вайпов это ты, блядь. Причина всех моих вайпов это не даю. Чуть чай не выплюнул, блядь. Давайте речь. Фир. Лолс. А чё, блядь?
подъебло. Так, давайте нахуй. Блять, не бегайте, сука, пидоры, станьте в крест и стойте, алё, нахуй. Все, стали в крест первой, второй пати и стоим, блять. Вырубай рэп, тебе отдельное приглашение надо или что, блять? Заебали вы нахуй. Уже реально эта хуйня бесит, нахуй. Ублюдки, сука, стали в крест и стоим, нахуй. И ждем команды, пока выйти, нахуй. Демаггеры хуевы, нахуй. Мало, блядь, вайпов или что, нахуй? По тебе не достало, нахуй, ошеломляющий удар, нахуй. Ты находился в боку, нахуй. Сказал нахуй в кресте стоять, значит стоите в кресте, блядь. В чем проблема, нахуй? Этот второго удара ты получил, нахуй. От самого первого ты не получил урона. Ноль. Зира. А бабушка всегда говорила, смерть до добра не доводит. Я не понимаю, блядь, что сложного? Встать в крест и бить в кресту, нахуй. Или ты думаешь, что твои 1к ДПС решают, нахуй? Когда ты бегать будешь. Или даже меньше, блядь. Чем 1к, нахуй. Сын, отойди, блядь, там этот Зюз. Заебало, каждый раз эта хуйня. Нет, прийти, нахуй, убить и разойтись, блядь. Сидим, нахуй, вайпаемся, блядь. Не добежал, нахуй, блядь, не добежал и еще что-то, нахуй. И от адского хуя отходят, нахуй. Люди, блядь, ждут особого приглашения, нахуй. 100 раги увидели у босса, нахуй, значит, съебались за спину, нахуй. Еще раз повторяю, первый, второй пати стоите под ебалом. У бати, блядь, и спейси стоит пед под ебалом. Остальные все стоят в кресте, нахуй. И ждут команды только, когда я говорю отойти, блядь. Не тупи, плиз. Отчет даю, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Заебись, нахуй. 5-100 раги, нахуй. Почему, нахуй, 9 было, а не 10? Хуй его знает. Помогите сзади, руки. Опять 80 раги у чела, нахуй. Плюс 1, подойдите быстрее. Не знаю, почему, нахуй. О, сейчас 10, нормально. Ушли с подъебала. Охуенно, блядь, прохил рейд. Опять 100 раги почему-то, нахуй. Отошли подъебала. Вернулись, быстрее. 5 адски, нахуй. Заебись. Ну, хороший год. Что за хуйня происходит, блядь? Может, петов перестал читать или что, блядь? Не знаю. Есть какая-то скада, там, посмотреть дамаг по петам, он вообще идет? Сейчас попробуем без петов, нахуй. Попробуем так. Он не выйдется, да. Да, я помню, была такая хуйня, пета, когда вызываешь, если неровно поставить, он типа в текстуре выйдет нахуй ногой там или пяткой куда-то пропадает. Типа. Сейчас попробуем без петов. Спейси и батя будет стоять под ебалом, включите демонический доспех на броню и стойте под ебалом. Вместо петов. Будем так, попробуем сейчас.
Первый адский удар, ладно, хуйня. Там было 9 стаков, одного человека не хватило. Почему второй нахуй пошел, я хуй его знает, когда было 10. Хуета какая-то. Может, у кого-то черви опять не издыхают. А может, бесы демоновские издыхают? Ой, блядь. Окей, Фирлол станешь под ебалом. Будешь стоять в кресте. Ну чё, всё правильно, говорит, демона на РНЖ нужно ставить, чтобы он рагу не получал. В прошлый раз тоже, по-моему, от моих бесов был этот. Угу. Они под ебало спавнятся? Они как спавнятся? Сзади лука или спереди? Может, они... Да ебать, сними рандомно ты, метров сними, на 15. Сними ты 4 нахуй, если не можешь бесов отводить, но... Не знаю, не обращал на них внимания. Да не, пусть РНЖ стоит, и там точно не заспавнится. Понаделали, сука, петов ебаных. Еще таких 2 пула, нахуй, короче, и все, в пизду. Не хочу больше бить эту хуйню. Расходимся, нахуй, все равно. Ебало в рот, нахуй. Сидеть на нем вайпаться, заебало уже, нахуй. Ученики тогда будут за 20к забирать. Пускай забирают, нахуй. Я ебал, сиди здесь, мой пацан. Встань, пожалуйста, Мегалол, поставьте шкаф. Сумана. Тыкните. Ну смотри, вот я встану под ебало, и что, мне просто стоять там? Да. Стоять под ебало, бьёшь босса нахуй. Стоишь в кресте просто и бьёшь босса. Okay. Когда скажу, идти за спину, уходишь за спину. Можешь портал поставить за спину перед, как только я запулю босс. А Пета там же оставить? Нет, Пета вообще под ебало не подводишь. Оставляешь его где-нибудь в боку, нахуй. Можешь тут вот, где мы сейчас все стоим. А чё, дым? Спейси и Фир в крест. Не вижу вас. Обои. Поехали. Геру дайте. Пристанет ты в ДЦ, я надеюсь? Когда скажу, дашь мне слово. Когда скажу. Руки под боссом прямо. После этого ошеломляющего сейчас он будет. Вот он пошел. Ушли все за спину. Зубы дай по мне. Никто не подходит.
все, вернулись под ебало, стали. 80 раги откуда-то нарисовалось. Прикольно, блять. Ну он сдох, кто там? Никто не... А, сын анархии умер, понял. Есть сын анархии, если на тебе дебаф висит, ты, пожалуйста, не закрывай нахуй. Спасибо, блять. Еще один руинер, блять. Да, ресни. И волк потом тотем сразу поставишь. Фир, нажми раскол, Спейси, нажми раскол. И демонический доспех, чтоб он был на броню у вас. Ключ. Так. После ошеломляющего сразу за спину уходим. Сразу за спину. За спину ушли. Ясно. Найс, уходите. Падайте нахуй. Блять, Локи портал нажать не могут. Это, конечно, пиздец страшно, нахуй. Сказал же, перед пулом поставить за спину, нахуй. У вас там два хулипана под боссом стоит. Вы можете по очереди руки закрывать? Один руку закрыл, потом второй на. Чередоваться вот так вот. Что в этом сложного, сука? Я не понимаю. Но... ДД, блядь. Ну неужели, блядь, вы настолько тупые, нахуй, что этого не можете сделать? Я просто не понимаю, нахуй. Блядь, одна ебучая рука появляется под боссом сзади. Стоите в два хулипана, нахуй. По очереди закрываете. Ну, блядь, ну ничего ж сложного, сука. На одном дебаф, значит, второй закрывает. На другом дебаф, значит, ну, закрывает первый. И так далее, нахуй. Тут, кстати, встать не у никого вроде нету, да? Бежать с нуля будем. Вроде как. Ну, почему нету? А, ну да. Надо было шаману сразу вставать. Вон там в инвизи кто-то добежит. Пикеров очереснишь.